Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. 3 месяца назад ученые разработали лекарства от неизлечимых болезней, таких как рак, СПИД и тому подобное, и решили испытать все на больном человеке, но все пошло не так, как задумано. Этот медицинский центр был разрушен, и люди заражены. За 3 месяца инфекция разлетелась по всему городу, и осталась лишь малая часть выживших. В этот город было направлено 2 специализированных человека, которые должны были не дать вирусу выйти за пределы города и спасти оставшихся выживших. Но люди недооценили ситуацию.